Итак, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Так, сейчас мы, конечно же, прокачаемся, сходим там, порубим всю вот эту нежить, которая водится по ту сторону этого завала. И потом, не знаю, наверное, попробуем оружием заняться. Ну, посмотрим, сколько времени у нас сейчас все это займет. Так, вот это все мы берем. Так. И берем дополнительный дар ярости. Тут мне рекомендовали взять смертоносную стойку. Ох, вот она. Да. Давайте хоть прочитаем, что мы берем. Варвар может сосредоточиться на атаках. Он получает бонус мастерства плюс один к броскам на попадание в ближнем бою и броскам на попадание метательным оружием. Этот бонус увеличивается на один за каждые 4 уровня варвара. Это дар ярости стойка. Ну понятно. Так, что там еще? Ага, только одну стойку одновременно можно активировать. То есть, типа, либо эту, либо эту. Ну, пусть вот это будет активировано. Я вообще про эту забыл, на самом деле. Думал, что это удар по области. Ну, значок такой же, как у удара по области. Поэтому неудивительно перепутать. Окей, так, Гиперду. Гиперду мы берем. Что же мы ему берем? Живучесть возьмем ему. С этим уже все понятно. Класс. Дальше. Арчиха у нас идет. Что мы ей берем? Улучшенную инициативу, в принципе, я не против. Класс. А что еще там мне выпало? Что-то даже не глянул. Мастерство ношения брони, да? Ага. Хорошо. Так, жрица. Где-то у нас вот ты где. Тебе берем. Рекомендуют брать крепкий орешек. Вас трудно убить. Ага, ну понятно. Будет у нас она лучше выживать. Так, Заклы. У нее четвертый круг появляется. Так, на третьем круге. Рекомендуют заменить ауру Архонта на приостановку действия яда. Коллективную. Меняем. Так, и взять еще рекомендуют одно магическое облачение, чтобы на щит и на броню делать. Окей, так. Здесь у нас что? Два слота бычьей силы на два медвежьей стойкости. Так, здесь у меня еще один слот появляется. Что же можно взять? Это что такое? Нить запутанного клубка. Условно тянете за одну из нитей легендарного запутанного клубка зеленой матери, чтобы едва заметно изменить свою судьбу. Одна следующая атака по вам совершается со штрафом минус 10. Если атака является критическим ударом, вместо этого она считается обычным попаданием. Ну, так-то неплохо, но она на себя. Поэтому, ну, даже не знаю. Ну, пусть пока магическое оружие будет. И на четвертом круге что-нибудь такое. Магическое оружие высшее, ну, звучит как что-то полезное. А, это вот сюда. И... О, нет, оберег от смерти. Пригодилось бы в бою, наверное.
принципе, хотя, ну, потому что я чаще всего работал с чем? Что я помню с прошлого прохождения, это оберег от смерти. Вот. Хотя вряд ли кто-то на меня тут что-то будет такое бахать. Или вытягивание уровней делать, хотя делали, но это я там сам напоролся не очень удачно. Лучше пусть магическое оружие выше будет, оно долго действует. И щит рассветом. Пойдет. Так, тут у меня... Да, вот это замножилось. Вот это, вот это. Вот это благо можно нафиг убирать, уже не нужно. Во, супер. То, что нужно. Ну, вроде бы вот так мне нормально. Дальше. Прокачив сим. Прокачив сим. Так. Пента дальше у меня. Пинта. Черту рекомендуют взять быстрый выстрел. Ну, пусть будет так. Безудержный смех, который я, скорее всего, не буду использовать. А тут марево и ускорение. С этим я тут полностью согласен. Пока не полезные вещи. Они у меня появились. Что можно убрать тогда? Что мне тут сейчас точно пока не пригодится? Хранитель знаний не пригодится. Большинство этих песен тоже не пригодится. Типа разжигание ярости. Они просто все такие по области. Ну, в общем, да, я, наверное, уберу вот эти все. Они мне пока не кажутся сильно полезными. В отличие вот от всего вот этого. Это оставлю, может, я еще попробую что-нибудь с этим поделать. Это все, это и по своим придется бить, мне точно не надо. Действительно крайне ситуативное, чтобы врагов забафать. Тут что, каждое существо, попавшее под действие этой способности, получает бонус боевого духа, сил выносливости, а также не может творить заклинания. Ну да. Ну, в общем, да, они такие крайне ситуативные и мне пока не кажутся полезными. Окей, так, с Пинтой разобрались. Так, с Эндри. Давай с тобой разбираться. Пам-пам-пам. Рекомендуют взять любимую школу разрушения. Угу.
Ага, способность уже изучена. Угу. Тогда рекомендуют брать улучшенную инициативу. Ну, тоже, опять же, не против. Будет более инициативным. Так, заклы. Заклы. Привычное заклинание. Волшебная стрела. Где она у меня? Так, они тут в алфавитном порядке. Есть верный удар? Нет. Волшебной стрелы я тут не вижу. Поэтому... А вот, она есть, да. И снежок есть уже, класс. Угу. Ну, даже не знаю тогда. Все остальное это либо близко подходить, либо чё. Тоже прикосновение неуклюжести подходить надо. Враг на близкой дистанции. Вот верный удар не рекомендовали брать как... Хотя... Что-то я это... Подождите. Что-то я по привычному заклинанию нету, сразу на первый круг надо выбирать. Так что все нормально. Где у меня? Все, улучшенную инициативу берем. Здесь берем верный удар. Здесь берем расплывчатость. Где она у меня? Здесь берем огненный как шарик. Класс. Ну, вроде бы ничего не наломал. Ну, рассеивание магии дали, совершенный призыв. Хорошо, хорошо. У меня тут сейчас тоже на панели, наверное, бардак, бардакевич полный. Ох. Ё-моё. Рассеивание магии мне. Ага. Так. Чё, призыв со второго круга. Разрушение нежити тогда уберу. Я про нее и так хорошо помню. Рассеивание магии. Обычно меня где-то в углу жило. Пока как-то так пусть будет. Вроде бы сойдет. Так. I shall not fail. О, кстати, да, мне даже, оказывается, про нее написали, что взять на четвертом круге. А я не заметил даже. Магическое оружие высшее, и приостановка действия массовая. Ну, в принципе, да, почти так, так и сделал. Только вот этот щит забыл куда-нибудь запихнуть. Вот сюда поставлю его. Надо уже избавляться от этого первоуровневого говна. Даже нет смысла его бафать. Но там действует всего ничего. Окей. Дрикард у нас остался. Давайте с ним разберемся.
И черта. Черта, черта, черта. Дополнительный воровской прием. Ага, конечно. Парное оружие рекомендует ему все-таки качать. Супер, наконец-то сразу же нашло. Разобрались. Также рекомендуют мне выдать жрице тяжелый щит или легкий. Ну, справедливо, что и можно что-нибудь выдать, но у меня с собой ничего такого нету, вроде бы у меня все это. Ну, типа один из щитов у меня на базе лежит, с которым раньше Арчиха ходила, а других у меня с собой нету. Поэтому как-нибудь потом ей выдам. Тут еще, да, забыл поменять, тоже писали. Вот так сделаем. Наверное, вообще можно избавиться от магического оружия. Чисто все на щит веры тут зарядить. И будет нам счастье. Хотя, пока пусть так будет, ладно. Ну что, спустя почти 20 минут мы наконец что-то там накачали себе. Ну, теперь можно залезть в этот бой. Потом поспим. Так, тебе тут понадобится близко стрелять. Что-нибудь еще. Так, тебе. Так. У нас на себя выдам. Так, ага, магический доспех еще действует, это хорошо. Влечение гуманоида можно сделать. Ну давайте его сделаем через вот это. И погнали, подеремся немного. Проверка провалена. Вы нашли логово ходогов. И все потеряли немножко здоровья. Провалено, провалено. А знание магии тут зачем? Для чего она проходит? Сколько там надо выкинуть? Да, в принципе, можно выкинуть. А, ты прошла все-таки. А для чего проверка-то это совершается? Непонятно. Ладно. Попробуем с немножко потерянным здоровьем тут что-нибудь поделать. Силу, если я себе любимому выдам. Да, обычная сила плюс 4.
Что, невидимость вместо Марио взял, что ли, случайно? Подождите. А, у меня невидимость, и Марио. Расплывчатость есть. Понятно. Но мне надо вот так. Невидимость пока не уверен, что она мне тут хоть как-то нужна. Надо было, наверное, тигра бафать. Ну да ладно. Пока так повоюем. Безудержный смех у него откуда-то появился. Чё-то ни до кого не достреливаешь. Интересно. Попадает. Чтоб ты попадал получше. Ой, вот это плохо очень. Тим. Ой. It's you or me. А, точно, он же не, у меня же нет черты, чтобы атаковать в ближнем бою и не провоцировать при этом никого. Ничего себе тигр дает. Пронзительный крик мне, наверное, тоже бесполезен у нее. Можно его там в теории перестать использовать. Так, а вот это спровоцирует же, да? Нет. Похилимся. Так, что у тебя еще есть полезного? В принципе, полезно. Совсем забыл, ради чего мы все это делали. Все эти двуручные качали. Добивай. Прям угадал, что добьет. Так, яд пещерного зверя мы взяли, который, угадайте, куда нужно залить? Правильно. Так, трофеи. О. Композитный короткий лук. Это можно
Ну, варвар, он не знаю, буду ли я его вообще там по следующим с луком использовать. Но у него крайне хреновый лук. Композитный длинный. А, вот у тебя такой же, да? Подождите, нет, у него короткий. Это длинный. Это короткий, да, у него длинный, это короткий. Угу. Не знаю, кому короткий можно дать, пусть пока лежит тогда. Проверки на внимание какие-нибудь. Никаких. Тут я все посмотрел. Так, ну хорошо. Что делаем дальше? Надо отказать, наверное, тогда предателю. Хотя, зачем ему отказывать? Мало ли там что-то спровоцирует, но надо согласиться помочь вот этой завалить предателя. Да, мы это уже все видели, поэтому... По рукам. Хорошо, не затягивайте. Вот, да, убить предателя. Получаем задание. Ну, как получаем? Продвигаемся по нему, оно у нас уже было. Поэтому чуть-чуть продвинулись. Теперь оружие. Надо ли сейчас их там травить? Вот пытаюсь понять. Дадим великанам бой, мне, конечно, тоже больше нравится. И кем пойдем? Ну, я, наверное, бы Рикарда взял. С одной стороны. Ну, в какой момент мне там нужно отравлять это все, пытаюсь понять, вспомнить. Там тоже так просто-то нам не дадут это все отравить, они же там палят постоянно. Ну-ка. Мы их ослабили, неплохо. Ну, не знаю, имеет ли сейчас смысл что-то делать. Надеюсь, у них этот эффект не пройдет. Надо посмотреть, насколько он на них навесился, а то я вернусь, а его уже нету. А как вас изучить?
Ладно, плевать. Так, что-нибудь придумаем. Так, стоп, я сначала скажу, что я хочу, да, дать великанам бой. Отлично, вместе мы их уничтожим. Значит так, без лишних слов. Для ритуала мне нужен камень под названием Кровавая Слеза. Он не слишком редкий, и в этой пещере наверняка есть хотя бы одна жилка. Угу. Хорошо. Ой, 2500 опыта получаем. Что, 5 не уровень дали? Ну-ка, сколько там? Не, еще долго. В этой серии вряд ли дадут. Так, добыть кровавую слезу, освободить дубильников кожи, добыть оружие для килидов. А дубильников кожи, значит, что мне просто великанов нужно там убить? А шума не дофига ли будет? Или может сначала оружие все-таки добудем? Интересно. Ну, пойдемте за оружием сначала тогда. А то мало ли они тут все в бой с кулаками побегут. Что мне с этим делать тогда? А, тьфу, блять. За оружием-то надо же через диалог идти. Onwards. Идите. Погнали. Свод пещеры обвалился, наглухо перекрыв проход. Под массивными камнями лежит человеческий скелет. Наверняка хотел из плена выбраться, но не свезло. Нужно работать аккуратно, а то и нас доброго так же придавит. Не возражаешь, если я кое-что спрошу? Давай. Далеко мы забрались, правда? Кажется, еще вчера из театра бежали. А теперь бежим из пещеры злобных людоедов, да? В театре та еще с тобой не была, но с тех пор мы столько дряни повстречали, что я почти тоскую по тем дням. Ты скучаешь по дому? По Кенебрису-то? Ты бы стал скучать по городу, где всякий норовит ноги от тебя вытереть? Единственное, почему я скучаю, это по соратникам из Орлиного Дозора. Эх, мало мы с ними культистов щемили. Когда наше приключение закончится, ты вернешься в Орлиный Дозор? Хочешь сказать, если мы выживем. Дозор-то точно никуда не денется, а Невия такого не допустит. Но буду жив, вернусь, конечно. Куда же мне еще деваться-то? Да, победы над демонами еще... Ой, как далеко. Не жалеешь, что ввязался во все это? Сейчас бороться с Ситхадом, кроме нас, некому. Значит, и выбора у нас особо нет. Не вижу смысла жалеть о том, чем в любом случае пришлось бы заниматься. Логично. Ну ладно. Так. В итоге-то чё? Ну, не знаю, наролим ли мы 20-ку атлетики. Попробуем. Отлично, успех. Ха, гляди, как славно справляемся. Будто всю жизнь каменщиками пропахали. Класс. Вам удалось разобрать часть камней, но путь глубже пещеры по-прежнему перекрыт. Продолжим. Уже немного осталось. Вы перекладываете камни четко, без спешки. Кажется, этот процесс длится долгие часы. Рутинное действие обрывает грохот и звон в ушах, и тьма перед глазами. Эй, ты как? Здоровенный камень на тебя рухнул. И он же открыл проход. Поднажми, мы почти закончили. Когда последние камни оказываются в стороне, перед вами наконец открывается путь вглубь пещеры. Очевидно, в убыток здоровья нам все это сработало, да?
бросок 3 всего выполнил, да. Так, тут есть проверка на внимание, которую все-таки хотелось бы пройти. Давайте попробуем. Так, давайте еще раз попробуем. Во. Ух, какие у нас тут червячки для нашего тигра. Ну, мы их, конечно, не смогли идентифицировать так же, как свиток, потому что у нас никаких колдунов с собой нету. Вот, поэтому, видимо, когда мы Сендри поймаем снова, он нам это все хозяйство идентифицирует. Может, все-таки попробовать, не теряя здоровья, это хозяйство все провернуть. Не то чтобы мы много теряем, но и лишнего-то у нас нету. Так вот, на этот раз получилось. Вдвоем с Рикардом вы перекладываете камни четко, без спешки. Кажется, этот процесс длится долгие часы. Наконец, сквозь щели прорывается прохладный воздух. Выход уже близко. Продолжим. Это последние камни оказываются в стране. Перед вами, наконец, открывается путь вглубь пещеры. Ага, да, супер. А, ну и то мы теряли только у нашего персонажа, там буквально четвертинку, но ладно, плевать. Опа, еще наручи какие-то, которые мы тоже идентифицировать не можем. Из-за значения магии равному нулю примерно. Или он там единица по умолчанию, неважно, ну короче, не можем. О, и знание природы тут еще. У меня, наверное, никто ее не знает. Давайте сохранимся, попробуем что-нибудь там наролить. Бросок 14, модификатор 2. То есть, блин, нужно 19 минимум выбросить. Но, опять же, скорее всего, это нужно сделать для того, чтобы найти нужный нам камень. Вот. А, кровавая слеза у нас есть уже, да. Кто у меня природу-то из вас не знает, да? Так, где это все? Я уже и забыл. А, вот, да. Знание природа 0. У тебя аж 2. Угу. За счет мудрости и мастерства. Оставим пока эту проверку, попозже там с ней поразбираемся. Это что еще такое? Перед вами призрачный силуэт человека, стоящего на коленях. Его мертвый взор обращен в пустоту. С дрожащих губ срывается неясное бормотание. Вокруг... Воздух вокруг тяжелеет, незримая сила давит на вас, мешая пошевелиться. Бездна, побери, эта штука что-то делает с нами. Нужно избавиться от призрака. Ага. Так, смотреться по сторонам. Недалеко от призрака лежит истлевшее тело Килида. Такие же одежды носил мертвец, найденный вами под завалом. Возможно, они были из одного племени. 34 я никак не выкинул. То есть 29 максимум. Ну, тут нужно 19 минимум выкинуть. Точнее, минимум 18. О, плутовство легче. Наверное, выкинем, да, десятку нужно минимум. Принесем его кости ко второму телу. Скелет разваливается, едва вы поднимаете его. Источный вопль призрака заполняет ваши мысли чужой болью и отчаянием. Что, у меня какие-то негативные эффекты тут навесили вдогонку? Нервный срыв, перманентный. Ну не надо, ну пожалуйста. Так, оказывается, что, во-первых, вот тут трофеи лежат, которые я не заметил в рамках проверки навыка на внимание. Так еще и вот эта штука у меня нормально отработала. Эти камни осыпались недавно, вероятно, в результате более крупного обвала. Ну то есть там ничего интересного, кроме там пару строчек дополнительной истории. Вот, видите, я 20 выкинул чисто случайно. Ну, неплохо. Давайте еще раз с призраком попробуем тут дела эти сделать.
Бросив прощальный взгляд на собственное тело, оставленное рядом с другим мертвецом, призрак благородно кивает вам и медленно растворяется во мраке пещеры. О, круто. Вот, они рядом теперь лежат. Так, подождите, это я назад иду. Назад мне не надо. А, это тут та же самая проверка, которую мы уже делали. Знание природы очередное. И очередной призрак тут. Последнее воспоминание и то один страх до отчаяния. Похоже, что падальщики растаскивают кости по всей пещере. То есть мы тут еще, скорее всего, каких-то падальщиков встретим. Ну, такая тоже не очень простая проверка нам тут выпала. Мы на месте, давай искать оружие. Ну, давай. Исследовать останки, ох, ё-моё. Нигде даже проверки на внимание нету. А во. Сколько? 24 нужно наролить. Ничего, сейчас наролим. Так, отлично. О, шлем, который мы не можем идентифицировать. Но тоже хорошее дело. Так. Давай, твой выход. Так. Посох на исцеление ранений. И нужно поисследовать останки через стойкость. Так, атлетика, подвижность, плутовство, скрытность. Что за стойкость? Что она проверяет? Разберемся. Давайте с самой маленькой начнем. С 21. Ага, ну и мой персонаж очевидно идет. Класс. Чё, сколько там? Там бросок 14, модификатор 10. То есть 24 наролили. А, все, я понял, что за устойчивость. Где ее смотреть? Вот здесь. Стойка с 10 у меня, да. Давай теперь здесь. Красавчик. Почему провален? А если провален, то что? Что мы получаем-то, я понять не могу. А, дезориентацию. Но тут успешно спас бросок. Ну, если только дезориентацию, то вообще там на 30 секунд плевать. Провал на проверку внимания. Сколько там надо наролить? Так, бросок 10, значение навыка 15. Ничего, сейчас выкинем. Так, ну, я тут все успешно исследовал. И вот, очевидно, вот это осталось последнее. И вот здесь-то сейчас у нас и пойдут вот эти странные проверки. Ну, давайте попробуем, что у нас тут выйдет из всего этого. В зловонной груди вместе с гниющими останками людей смешались их доспехи и оружие. Это место пронизано опасными силами, и они каким-то образом влияют на вас. Первобытное желание вкусить плоти мертвых захлестывает ваше сознание и тут же сменяется тошнотворным отвращением.
треск разрываемой плоти, стоны умирающих, жадное причмокивание великанов звучат здесь и сейчас. Видения глубже проникают в ваше сознание, предлагая присоединиться к кровожадному пиршеству. Мы взяли то, зачем пришли, теперь нужно убираться отсюда быстро и осторожно. 19 надо минимум выкинуть. 20 минимум выкинуть. Вообще ни разу не легче. Да ладно, охренеть. Каждый шаг в сторону от видения дается с большим трудом, но вы продолжаете двигаться. В вашем сознании звучат жуткие... Звучат чужие крики, хруст костей и хлюпанье крови. Но вы не позволяете этой мрачной магии остановить вас. Охренеть. Вы пережили встречу с призраком. 700 опыта получено. Все. Дохлебываем и уебываем. Ну, вообще красавчики. Через кучу загрузок, перезагрузок, конечно же. Но главное, что справились. Так, очевидно, идентификация всех пожитков у меня должна пройти сейчас успешно. Это что такое? Килитское снаряжение. Ха, 0 фунтов весит. Так, не определено, а как определить? Выбросить и подобрать снова? Господи, я уж испугался, думал, все. Что еще у меня не идентифицировано? А. Сортировка по времени от нового. Во. Все остальное идентифицировано. Всякий раз, когда наносящие эти наклейки наносят смертельный удар естественным оружием, он получает бонус. Бонус плюс 2 к следующему броску на попадание. Эта атака наносит урон всем находящимся врагам рядом. Супер. Так. Свиток сжигающее опутывание. Жезл. Так, и шлем. Этот шлем наделяет основное оружие носящего особым свойством убийцы великанов. Также он дает носящему интуитивный бонус к защите против атак великанов. Ну, давайте мне. Пусть у меня будет. Раз уж у меня там главный имбоеб. Мой персонаж. Добыть оружие, освободить дубильщиков кожи. Ну, давайте дубильщиками кожи займемся в следующей серии. На этом закончим, мне уже нужно бежать. Так что, благодарю всех за просмотр. До скорой встречи и пока-пока.